Ребят, привет всем, Жак Херсон и компания, Альберт, Боря. Кто тут еще у нас остался? Пока миссия. Как еще раз по поводу прицеливания, скажи как? Ну. Предметы. Да, делаем затор, ребят. Давайте. У меня есть бомба-липучка. Как они взрываются? На левый что? Ага. Окей. Я тут нормально заминировал, мама не горюй. Так, ну патронов хватит, чё машины не едут сюда? А полицейские, отойди, отойди, пусть проедут пока. Ладно. Началось. Так. Все, да, поехали. Давайте. Что случилось? Вертолет, ребят, вертолет с правой стороны заходит. У меня нечего. Давай, давай. Борь, ты где? Да. Вертолет еще один. Давай, давай. Давай, давай, гаси. Борь, подходи к грузовичку. Вертолет! Давай, давай, гаси! Вертолет сзади! Сука, кто это проскочил? Ой-ой-ой! Так а чё они так гоняют, я так и не понял. Жизни нету. Да они сумасшедшие, что ли? Вертолет с левой стороны. Эти спецназовцы едут. Вертолет садится. Зараза, меня убили. Держитесь, сейчас подойду к вам. Есть. Heaven's sake, sir.
тут беспредел. Где вы? Ой-ой-ой, в голову. Прям в голову пристрелили. Вот это мясо устроили. Ну так оборонительных чуть-чуть мало было. Так они машинами просто таранили. Нам надо было больше грузовиков добавить.